Итак, здравствуйте, народ. Приветствую всех вас на своем канале. И по нашему обычному стандарту, перед началом видео, рекомендую посетить описание видео. Там есть кошельки для поддержки канала. Кому сколько не жалко, пожертвуйте на канал, вы не пожалеете. Поскольку канал живет только с ваших донатов. Итак, приступим. Сегодня видео у нас пойдет про модернизацию бритвы электрической. Вот такая вот бритва. Кому интересно, модель. Ну, в принципе, модель будет в описании видео. Так, что здесь модернизировалось? Давайте начну сдалека. Данной бритвой пользуется дедушка, и она у него накрылась. А накрылась внутри вот такие вот никель-кадмиевые аккумуляторы вместе с платой заряда, что я и выкинул с данной бритвы. Короче, устаревшая технология, но что-то до сих пор штампуют, будет это дешево и так далее. И что же я запихнул вместо нее? Давайте вскроем нашу бритву. Вот, кстати, она работает через выключатель. Так, сейчас аккуратно открою. И вот что у нас внутри. Поставил литиевый аккумулятор. К нему подпаял всеми любимую платку. Ну, думаю, кто знает, тот знает, что это за плата заряда. И также она сохраняет аккумулятор от переразряда. Ну и также выключатель. Потому что родной выключатель он не подошел. И сделал очень интересно. Я решил штекер не выводить, чтобы дедушка не раздолбал свод зарядный. Я решил втыкнуть внутрь шнур, залить термоклеем и вывести обычный USB. Оно меньше убиваемое и его куда-либо не пихнешь. Вот как-то такая задумочка вышла. Также я... насчет крышки расскажу. Здесь просверлил под лампочки, чтобы индикаторы видно было. У меня мысль, конечно, была вывести сюда светодиод, подпаяться сюда. Ну, я так посмотрел, оно, в принципе, и так видно хорошо те лампочки. То есть, не имеет смысла. Неаккуратно я, конечно, прорезал паяльником под выключатель. Ну, просто нет у меня чем это сделать аккуратно, нет инструмента подходящего. Ну-то и делалось все на быструю руку. Все изъяны, те, что будут видны на корпусе, можно термоклеем заляпать черным. Вот полировать наждачкой. И даже будет незаметно, что здесь криво вырезано. Как-то так. Что примечательного в данной бритве? То, что ей уже не один год, и ножи себя хорошо чувствуют. Также хорошо чувствует двигатель, который на 2,4 вольта. И потому я решил ее оживить, дать ей вторую жизнь. Почему сделал именно так, а не восстановил старую плату, данного родную? Потому что вот эти все вещи, они у меня были в наличии. То есть, можно сказать, я бритву сделал на халяву. Бесплатно восстановил. Ну, вот как-то так. Хотя изначально у меня была интересная задумка. Но я, получается, думал здесь внизу
сделать USB выход, обычный стандартный здоровый USB выход, его подпаять к вот этой вот плате зарядной, и получилось бы у нас не торчал бы шнур. Получилось как бы одна бритва. Нормальная, полноценная, без шнура. Шнур отдельно бы был. Потом была мысль сделать отдельно плату, вынести зарядную наверх и сделать типа как блока питания дополнительно. Ну, я от этой идеи отказался бы, это сильно замудрено получилось бы. А, кстати, сделаю превьюшку небольшую. У меня еще есть вот такая вот бритва. Это уже моя. И ей уже порядка года точно, а то и больше. Я потом сниму видео отдельно и расскажу, как она себя чухает за время эксплуатации. Нюансы, ну и все остальное по этой бритве. Кому интересно, тоже можете написать в комментариях. Но это потом. Не в этом видео, потому что в этом видео мы чисто посвятим этой бритве. Поскольку у меня была еще интересная мысль установить сюда плату понижающую, получается, чтобы понижала до 2,4 вольт. А не как сейчас дается 4,2 вольта на этот аккумулятор. Ой. На двигатель, короче. Уже заговариваюсь, потому что видео снимаю второй или третий раз. Бо первые немножко не получились. Ну, от этой идеи отказался, потому что чем проще схема, тем надежнее она работает. Да и, как я понял, когда включаешь сам движок в процесс работы, под нагрузкой он не ощущает, что на аккумуляторе в два раза больше напряжения, чем ему надо. Хотя вы многие скажете, что со временем это может привести к тому, что накрыются щетки двигателя. Возможно, но это будет, скорее всего, не скоро. Итак, кому понравилась данная модернизация, ставим лайк, пишем комментарий, подписываемся на канал, кто еще не подписан. Будет еще много-много самоделок. Ну, всем спасибо. Не забываем донатить и советовать канал друзьям. И также смотрим остальные мои видео. На канале есть очень много интересных видео. Вам понравится. Ну, всем спасибо, кто посмотрел. Дякую за лайки. До следующих видео. Всем пока.